много сквозняка, но слишком сильный дух. Здесь много старых женщин, они все читают вслух. Ко мне подходят люди с намерением разбить мне нос. А ты удивлена, чего я не живу здесь, милая? Знаешь, мне кажется, это странный вопрос. Товарищ на производстве, все борются за власть. Перегонят самогон из того, что нет смысла красть. Даже начальник цеха не был здесь год, он на это забил. А ты удивлена, чего я не был? Милая, может быть, я идиот, но я не дебил. Ложкой гудрон, другой стреляет всех, кто знает больше, чем он. Ко мне подходит некто с автоматом и говорит: «Эй, решетый кросс!» А не уверена, чего я здесь проездом, милая? Ты знаешь, мне кажется, это ты не всерьез. Ты спросил, есть ли у меня разрешение дышать, и действительно ли мой пропуск, чтобы выйти в кино. Теперь ты говоришь, ну куда же ты отсюда, ты знаешь, ты главное прочь, а нам все равно.